Заря, мне снова нужна ваша помощь. Департамент отвез Дугласа в Латакию на свою базу. Федор начал допрос, но на них напали боевики СИАЙ. Базу взяли в кольцо. Себастьян явно не хочет, чтобы О'Райли заговорил. Вы должны помочь Федору и защитить Дугласа. Не подведите. Альфа-1, рад видеть. У нас здесь стало жарко, будем пробиваться к порту. Я вижу Дугласа, вы прикрываете. Ваша первая цель — вражеская артиллерия. Эй, Райли, собирайся. Сейчас поедем. Куда? Ты обалдел? Нас там прикончат. Здесь тем более. Шевелись. Хорошо, продолжай. Один. Слышать? Они глушатся. Федор Волков, говорит офицер службы безопасности СИАЙ. Предлагаю избежать ненужных потерь. Сложи оружие и отдай нам Дугласа. Связи, отлично. Послушайте, чтобы пробиться к порту, надо разобраться с охраной. Федор, вывези нас отсюда. Я расскажу, что знаю о СИАЙ. Выберемся, не бойся. Эй, на море! Поможете? Не получится. У них тут береговая батарея.
Ясно. Попробуем что-нибудь придумать. Захвачено. Понял, сейчас мы их накроем. Ликвидируйте вражеских командиров, иначе не пойдем. Случилось. Волков.